Aston Martin решил отказаться от моторов AMG на своих моделях. Вместо них появится гибридная силовая установка, построенная вокруг 3-литрового бензинового V6. Для британской марки это первый действительно новый мотор собственной разработки за последние полвека. Ведь нынешний турбированный двигатель V12 — это творение фирмы Cosworth, а его атмосферный предшественник был составлен из двух V-образных шестерок Ford. Кодовое имя нового проекта — TM01. Это инициалы легендарного польского инженера Тадека Марика. В развале блока установлена пара турбокомпрессоров, а весит агрегат около 200 кг. Другие подробности британцы раскроют позже. Параллельно инженеры разрабатывают электрическую надстройку. По предварительным данным, суммарная отдача гибридной установки составит более 1000 сил. Первым двигатель примерит гиперкар Aston Martin Valhalla. Затем на V6 перейдут остальные модели, которые сейчас оснащаются V-образными восьмерками от AMG. Автоспортивное отделение марки Lamborghini решило не отказываться от нового трекового гиперкара. Построенную на базе Aventador машину сейчас доводят на гоночной трассе. Пока в компании лишь подтвердили, что модель получит атмосферный мотор V12 мощностью 830 лошадиных сил. Для модели заявлены углепластиковый монокок и передний алюминиевый подрамник, шестиступенчатая секвенталка как часть несущей конструкции и задний самоблокирующийся дифференциал. Тираж новинки составит всего 40 экземпляров. Однако точная дата выхода по понятным причинам сейчас не называется, а единственный тизер не особо информативен.